Добрый день. Не так давно мне попросили снять обучающее видео на зеркальный кубик 2х2. И я сделал это и снял вот на такой классический Mirrorbox 2х2 обучающее видео. Вышло оно недавно. Но оказалось, что кубик имелся в виду другой. И выяснилось, что зеркальные кубики 2х2 разные. Этот производство Sengso, классический, несимметричный, а от компании Qi строение отличается. И вот я решил приобрести. На Озоне рублей за 250-300 легко можно найти. Mirror Cube 2х2, Qi Toys, коробочка такая вот. Техническая информация, причем даже по-русски. Срок службы без ограничений. Интересно. Открываем. И извлекаем. Инструкции в коробочке нет. Кстати, 6+. Выпускается в серебряных наклейках и в золотых. Специально взял серебряных, чтобы отличались. Но заодно мы сравним два вида. Еще не распаковывал, то есть полноценный анбоксинг. Здесь пленочка. Ее снимаем. И извлекаем куб. Вот такой. Видим, что он чуть меньше аналога. Да, получается Sengso размером с 3х3, да, а Qi чуть больше, чем 2х2. Выглядит вот так. Если взять штангенциркуль, то здесь 54 мм. Вроде бы. В чем же разница двух зеркальных кубиков и почему вот этот оказалось собрать сложнее? Основное отличие в наличии двух симметричных элементов. Это вот этот уголок, самый большой. Его как ни крути, он будет стоять одинаково. И ему противоположный по диагонали вот такой вот уголок. На классической версии эти элементы имеют различные измерения. Что здесь, что здесь. Да, все три измерения разные. Поэтому этот вариант собирается точно так же, как 2х2. А в этом чуть-чуть надо быть внимательнее. Ну, провести аналог, естественно, можно с классическим 3х3 Mirrorbox и Mirror S. И здесь разница точно такая же. Есть симметричный уголок у Mirror S, один, и второй напротив по диагонали. Ну, а классический Mirrorbox стандартный, собирается как просто 3х3. На Mirror S возможны псевдопаритеты, вероятно, что-то из них будет и здесь. Здесь еще ребра симметричные, да, вот это ребро и вот это ребро симметричные. Из-за этого второй тип псевдопаритет получается. А здесь, видим, будет только один. Ни разу не собирал, сейчас будет первый. Перемешиваем. Вращается очень даже неплохо. И из коробки головка смазана. Но что является особенностью зеркальных кубов, вся эта смазка может у вас впоследствии быть на пальцах, если неаккуратно хвататься вот за эти внутренние части. Вероятно, зеркальные кубики 2х2 есть и от других производителей. Напишите, к какому классу и у какого они относятся, если вы ими владеете. Ну вот, зеркальный кубик 2х2. Давайте на всякий случай перемешаем и классический, который чуть покрупнее, и будем собирать их параллельно. Начнем с обычного. Зеркальный кубик 2х2 от Sengso. Ставим два элемента рядом, третий, четвертый. Я начал с самых крупных элементов, и все здесь удачно собралось. Можем ли мы то же самое сделать на симметричной версии? Ну вот самый крупный уголок. С любой стороны можно попробовать начать. А кстати, здесь есть полосочки. Вероятно, мы увидим ориентацию кубика. Давайте пока на полосочки внимания не обращать. Попробуем поставить что-то рядом. Не то. Какой-нибудь вот такой. Вот такой подошел. И здесь полоски даже совпали.
Еще. Так, наверное, самый узенький какой-нибудь здесь пригодится. Какой-нибудь вот такой. Да? Но полоски пока не совпали. Не будем обращать внимания. Так, а здесь уже встало. И видим, что здесь ориентация полосок совпадает. А здесь, ну вот с этим уже не совпадает, если это заметно. Но форма есть. Дальше нужно, что нужно? Наверное, ориентировать верхние части. Как это сделаем на обычном кубике? Ну, либо переворачиваем пиф-пафами, либо используем OLL, давайте пиф-пафами. То есть вот эти два лежат угла, нужно два вот этих развернуть. Делаем два пиф-пафа, доворачиваем следующий, делаем еще 4. Я не буду подробно останавливаться, недавно выходило обучающее видео. И вот они все ориентированы хорошо. Ну, после этого, используя какой-то алгоритм, либо семерку, либо ТПРМ, мы расставляем уголки по местам. Да? И вот, 2 на 2 готов, зеркальный. Здесь, ну, замечаем похожую ситуацию, и здесь либо все ориентированные углы неправильно, либо один правильно, вот этот уголок. Я сделаю для начала рыбку. Да, и я угадал. Все элементы легли, и значит они ориентированы хорошо. Также мы видим, что нет ни одного блока, то есть надо уголки переставлять. Делаем это теми же алгоритмами, что и в обычном 2 на 2. Я сделаю это перм. Да, получили блок. Вместо этого можно использовать семерку. И еще разок. Так, и стало интересней. Все вроде бы хорошо, да не все. Вот эти два угла стоят как-то не так. Еще раз я их поменяю местами, чтобы проследить. Угу. То есть вот этот стоит хорошо, эти хорошо, а вот этот нет. Поскольку он симметричный, в двух плоскостях, мы не заметили. То есть они стояли уже правильно, на тот момент просто неправильно развернуты. И вот это, наверное, главный секрет этого кубика 2 на 2 зеркального. Как же развернуть элементы правильно? По местам их потом легко расставить. Решение, естественно, простое, как и на Mirror S. Мы разворачиваем вот этот угол до тех пор, пока он не станет как надо. Оставшись пиф-паф и делаем на симметричном уголке. Ставим вот так, слева, сзади, сверху, и делаем пиф-пафы. Делаем два и смотрим, что получилось. Нехорошо. Делаем еще два. Хорошо. Здесь кажется, что все уже красиво, но вот здесь вот разобрано. Подворачиваем симметричный уголок, делаем на нем оставшиеся пиф-пафы. Составляем его напоследок. И вот, что получилось. Кажется, что головка собрана. Но если посмотреть на штриховку, то с этим можно и не согласиться. Здесь грань совпадает. Здесь вот эти два и вот эти два совпадают. Здесь совпадают вот эти три, этот нет. Здесь так. Ну, короче, только одна грань нормальная. И получается, что при желании можно собирать и более внимательно, более тщательно. Как это делать? Ну, давайте посмотрим. Предположим, что вот эти вот три элемента стоят хорошо. Нет, не хорошо. Вот эти два стоят хорошо. И относительно именно их соберем все остальные. То есть вот этот будем считать плохой. Но вместо него есть вот точно такой же вот этот. Попробуем его сюда поставить. Как-нибудь. Вот теперь по штриховке совпали. Теперь сюда вот такой элемент. Ну, вот он есть. Да? Видим, здесь по штриховке не совпадает. Тут совпадает, тут нет. Но есть еще один такой. Поставим его.
любыми видами пиф-пафов. И вот получается уже первый слой и по штриховкам тоже совпал. Дальше. Ориентация вроде бы неплохая. Да, проверяем штриховки. Все хорошо. Хорошо. Но вот эти два нужно менять местами. Я сделаю Т-пер, но можно из такого положения делать семерку. Мне просто Т-пером больше нравится. Так. Ну и видим, все стало хорошо. Из-за того, что есть одинаковые элементы, то есть вот одинаковый, вот эти три одинаковых. Есть симметричные элементы, да, здесь получается несколько видов собранного состояния. Собранного по форме и собранного по штриховке. Штриховка, конечно, даст второй уровень сложности. То есть кубик получается и поинтересней. Стандартный Mirror Box тоже имеет штриховку, но его невозможно собирать так, чтобы эту штриховку нарушить. Будет еще и форма тогда нарушена. Поэтому классический Mirror Box будет проще. А этот посложнее. И про него мне придется делать отдельное обучающее видео. Mirror S 2x2. Как-то я пропустил выход такой головоломки. Либо увидел, но не оценил. Либо увидел, но не понял, что он имеет симметричные элементы. Ну, в общем, такой запрос у людей есть. Краткую суть я рассказал сейчас, ну а подробное обучающее видео будет со временем, ну чтобы не про одни зеркальные кубы снимать. Забавная головоломка, да, можно иметь и тот, и другой, они разные. Выбирайте, какой больше нравится, либо покупайте оба. А на этом все, всем спасибо, всем пока.